На конкурс дети читают стихи. Аветисян Дима, 4 года, город Мурманск, Агния Барто. Дело было в январе. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречая волка под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волка? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе, потому что на горе украшена елка.